Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваша дочка? Я просто проходил и увидел, что вы очень похожи. Да? Вот. И предположил, что это ваша дочь. Совершенно верно. Вот. Вы, кстати, очень похожи. Вот. А это, наверное, ваша тетя. Может быть. Вот. Вы не против, если я с вашей дочкой пообщаюсь 2 минутки? Вот. Она мне приглянулась, вот. У меня двое внуков. Да ладно. Конечно. То есть там все серьезно. Конечно. Ну а как же любовник? Что за глупости? То есть любовники вас не интересуют? Муж. Муж? В одном флаконе. Да ладно. Ну, значит, не судьба. Удачи вам. Вам тоже. Да. А, привет, ребят. Вы на самом деле все такие веселые, вот, здорово. Вот. Я просто проходил мимо и увидел прям, я что-то там сгрустнул, приболел чутка. И решил к вам подойти, вот, пообщаться. Вот. Вы типа что, гуляете или что у вас тут происходит? У вас, наверное, какая-то встреча? Встреча. Типа, как одноклассники или как? Нет, как одногруппники. Как одногруппники. Понятно. Ну, слушай, прикольно. Вы просто классно выглядите, и я вот решил с вами пообщаться. Здорово. Вот. Слушай, давай отойдем на минутку, я просто хочу с тобой пообщаться. Ты необычно выглядишь. Да, это безопасно на самом деле. Вот. Давай вот сюда отойдем, потому что... Вы меня пугаете. Не-не-не, нормально все. Вот, прикольно. Как тебя зовут, кстати? Вероника, да? Вероника. Меня Денис. Очень приятно. Вот. Ты просто как молодо выглядишь, такая высокая. Да, ты же так мало молодых. Да. Я просто тоже молодой, вот, и сразу тебя заметил. Ну, все, да, молодой. Вот. А ты случайно не модель? Случайно нет. Да ладно, а чем занимаешься? Я инженер-конструктор, а ты? Ну, я работаю экономистом, но у меня так, работа не особо интересная. А ты? Уже работаешь давно? Да, работаю. Нет, не так. Понятненько. Блин, я на самом деле, я не знаю, может, у тебя так же, но у меня руки прям мерзнут. Да. Знаешь, что говорят? Если руки мерзнут, то значит горячее сердце. Это я знаю, у меня всегда холодно. А у тебя холодно? Да, холодно. Да? Холодно? Понятно. А свободное время как проводишь там? По-разному. Всегда по-разному, да. По-разному. Ну, слушай, прикольно. Ты прям такая, ну, эффектная. Вот. А по знаку зодиака кто? Телец. Телец? Ну, говорят, что телец на самом деле прикольный знак, но только говорят, что он упертый. Ну, да, упрямый знак, да. Да, с ним сложно спорить. Мне вот интересно, ты здесь вот стоишь, смотришь, выбираешь, там так подойти, познакомиться, пообщаться? Не, на самом деле, как бы, я с своей девчонкой расстался, и я редко подхожу. Вот, и увидел тебя, и думаю, почему бы не подойти? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я с другом, но он меня ждет. Вот, я подошел к тебе. Это, давай как-нибудь увидимся, чай попьем с тобой. Но не сегодня, в другой день. Вот. Как смотришь на это предложение? Да я думаю, ты не против. Давай тогда запишу твой номер, и мы с тобой созвонимся. Давай. Вот. Пишу. Я на самом деле в шоке от такой погоды. Вот. Я думал, что целую неделю будет дождь. Но в принципе сегодня более-менее. Да. Все правильно, да? Да. Сделаю тебе дозвон, чтобы ты знал, что это Денис. Хорошо. А вдруг ты не берешь с незнакомого номера. Вот, и меня запиши тоже. Хорошо. У тебя есть, кстати, Денис? Нет. Один, да? Вообще нет. То есть? Вот. Ладно, все, давай, пришел, мы с тобой прощаемся. Все, пока. Да. Ребят, здорово, прервусь на минутку с этим видео. Объявление следующее, значит, с 15 по 18 ноября тренинг-практика в Новосибе пройдет. Есть еще места, можете записаться, ссылка под видео. И с 6 по 9 декабря у нас пройдет новогодний тренинг-практика. Уже точно заключительный в этом году, потому что этот формат очень круто себя зарекомендовал. И каким-то таким легким образом уже 3 группы собралось прям очень легко. И сейчас уже есть желающие на 4-ю. Поэтому, ребята, активнее записывайтесь. То есть еще раз. Значит, 15 по 18 ноября практика в Новосибе и 6 по 9 декабря новогодний тренинг-практика, заключительный в этом году. Будет очень много интересных фишек. Мы пригласим туда живую человеческую женщину, которая будет давать вам обратную связь.
и много чего интересного. Все ссылки для записи под видео, успевайте забронировать себе место. Я лично вместе с вами буду ходить и делать эти задания практически, и каждому персонально буду давать индивидуальные какие-то частные рекомендации. Все, увидимся на тренинге. Пока, ребят. А свободное время как проводишь там? Чем занимаешься? По-разному гуляю. Гуляешь? С подружками там куда-нибудь ходишь на модные показы там? Скорее всего. Ну, нет, на модные показы вообще первый раз в жизни иду. Да ладно. Ну, слушай, я на самом деле тоже не был ни разу, но интересно там побывать. Что-нибудь такое, знаешь, модное, там, что в тренде узнать. Ну да, вот. Ну, у всех по-разному. Понятно. А свободное время как проводишь? Да. Просто гуляешь? Там, да. Дела. Ну, слушай, ну, прикольно. Я, на самом деле, бы с тобой не прочь чаю попить как-нибудь. Но не сегодня, а в другой день. Как на это смотришь? Ну да, почему бы и нет. Вот. Ладно, тогда запишу твой номер. Вот. Что там у тебя, 8? 990. Ну, запишу. Ох, это какой телефон? Это Samsung. А, у тебя iPhone? Ну, слушай, ну, каждому свое. Нет, я думала, что это какой-нибудь новый, навороченный, я же не знаю. Ну, номер. В принципе, да. У меня просто новый номер телефона, я его еще не запомнила. Да? Ты их меняешь, типа? У тебя, скорее всего, какой-то необычный номер, такой блатной, да? Нет, вот. Обычный. Вот, как мне тебя записать, кстати? У меня просто, честно, у меня плохая память на имена. Вот. Ты помнишь, что меня Денис зовут? Да. Да, тебя еще раз? Варя. Варя, ну слушай, такое имя, вот. Че, дошел? Вот. Кстати, реально, сейчас запиши мне, я тебя тоже запишу, потому что потом фиг найдешь. Так. Варя. А кто по знаку зодиака? У меня просто есть знакомая Варя. Скорпион? Да ладно. Слушай, прикольно. А я Козерог. Вот. Встречала Козерогов? Нет. Да ладно. Говорят, вообще что... я не помню знаки зодиака. Говорят, что Скорпион и Козерог, они такие очень необычные. Скорпион – это вот именно такой, знаешь, Скорпион, короче, все в себя, он, то есть эмоции, чувства, все держит внутри себя, и то есть не каждый может там увидеть это и почувствовать, то есть и он редко с кем дружит, так, у него мало друзей, в принципе, но если они есть, как бы они настоящие друзья, что-то в этом роде. Ну да, есть такое. Вот, а про нас что-нибудь знаешь, Козерогов? Вот, ну слушай, вот как раз мы с тобой пообщаемся и узнаем вообще, есть вообще смысл в этом? Потому что я думаю, что 5% правда, 95% это характер, воспитание, скорее всего. Ну, да. Ладно, я уже замерз, ты тоже, наверное. Вот, давай, мы с тобой прощаемся. И если что, на следующей недельке мы с тобой увидимся. Тебе удобно на следующей неделе? Ну да. Вот, ты как? То есть учишься 5 дней в неделю? С понедельника по пятницу? Вот. А во сколько заканчиваешь? В 4 где-то. Каждый день 4 часа ты уже свободна. Ну, прикольно. Ну ладно тогда, давай, мизинчик. Вот, все. Надо загадать желание какое-нибудь. Но про себя. Вот. Ну все, может сбудется. Что говоришь? Я загадал. Я тоже загадал. Ну все, до встречи. Давай 5. Пока. Пока.